Второкурсница Мария Игуменова помнит, как сдавала ЕГЭ, словно это было вчера. Говорит, особо не волновалась и на шпаргалки не рассчитывала. Впрочем, признается девушка, таких сознательных, как она, увы, единицы. При мне выходили в туалет с телефоном, там звонили преподавателю и через 5 минут возвращались, и там что-то уже решали сами. Я не знаю, наверное, 1-2, и то не факт. Использовать гаджеты на экзаменах отныне не получится. В этом году все 88 пунктов сдачи ЕГЭ планируется оборудовать металлоискателями. Поэтому пронести телефон даже в самых сокровенных местах не удастся. И это далеко не последнее нововведение. Учебные кабинеты должны быть оборудованы видеонаблюдением. Это необходимо для того, чтобы обеспечить прозрачность процедуры и объективность результатов единого государственного экзамена. Чтобы избежать утечки информации с ответами по ЕГЭ, в этом году решено ужесточить и процедуру доставки бланков, так называемых КИМов. Теперь их перевозкой и хранением будет заниматься специальная организация, а не Минобр, как раньше. В регион КИМы прибудут не ранее, чем за сутки до экзамена. И если для Марии ЕГЭ и поступление в ВУЗ уже позади, у 16 тысяч самарских выпускников начинается нелегкая пора. Роман Харасов, Максим Юрисов, Андрей Тишин, специально для 63.ру.